Здравствуйте, это «Енисей». Новости в студии Марина Мышко. И вот главные темы выпуска. 600 практически сердечек рвутся на части, пока у нас тут вот лбами стучатся. Может рухнуть в любой момент. Закрытие школы в Емельяново вызвало настоящую бурю среди детей и родителей. Я вот уже 4 часа сижу здесь вот, с этим талоном, как дурак. И ходит, было 32. Прошло 2 часа 36 часов. Крайние меры. Жители Солнечного готовы выкупить помещения в строящемся доме и отдать их под новую поликлинику. Массовая авария на севере края. В Норильске в кювет один за одним слетели несколько большегрузов. Вот его когти царапал раз, рукой открыл, крючок там оторвался. В таежной деревне в Курагинском районе хозяйничает медведь. Сегодня ночью он забрался в дом. В поселке Емельяново экстренно закрыли одну из школ. Выяснилось, что здание может обрушиться в любой момент. Почти 600 учеников перевели на дистанционное обучение, но родители таким раскладом недовольны. Они просят срочно найти детям другое место для учебы. Мама и папа уже написали заявление в районную прокуратуру. Екатерина Любим с подробностями. Разойдитесь, пожалуйста. Вы получили образование, почему у нас дети не могут получить образование? Вчера ночью мы не могли уснуть просто на успокоительных, потому что действительно не знаю, что дальше будет. Родители учеников едва сдерживают эмоции. Накануне им объявили, школа, в которую ходят их дети, в аварийном состоянии. Поэтому абсолютно всех переводят на дистант. Эта новость, говорят мама и папы, для них как гром среди ясного неба. Ничего не предвещало беды. Мы отмечали День учителя, мы поздравляли своих учителей. Мы привели туда своих первоклассников с широко открытыми глазами. У меня вчера дома траур. У меня траур. Один ревет, второй сидит, ушел в себя, как говорится, в комнате. Потому что, ну, понимают дети, что что-то происходит. Вот так. Внезапно может закончиться, оказывается, учебный день. 600 практически сердечек рвутся на части, пока у нас тут вот лбами стучатся. Набор детей осуществлялся в школу. Для чего? Ну, вот вопрос. Она же не вчера стала аварийная, правильно? Дети первый класс только пошли, что там, линейка у них была, там готовились, все, познакомились с учителями, между собой познакомились, только начали осваиваться. Еще месяц не прошел, нам объявляют, школа аварийная, все, срочно покиньте здание. На дистанс этого дня переведены почти 600 ребятишек. Родители негодуют, они уверены, учеба дома не приведет ни к чему хорошему. Уже был печальный опыт. Срочно нужно искать новое здание. Обеспокоенные мамы и папы уже написали заявление в прокуратуру. Бланки они заполняли прямо у входа. Одни на капотах автомобилей, другие сидя на бордюрах. Две школы осталось в Емельяново, которые переполнены. И нас не берут 600 детей никуда. Куда нам идти? Детям где учиться? Дома учиться? Мы такое образование не дадим. Учителя не обученные. Ну а мы-то к чему их сможем научить вот так вот посудить-то? Дали бы нам здание какое-то. Четвертая школа. Пожалуйста. В саму школу сейчас никого не пускают. По периметру здания натянули сигнальную ленту. Заходить за нее мы не будем. Но даже отсюда видно, что эта школа нуждается, если не в сносе, то в капитальном ремонте точно. Фасад облупился практически со всех сторон. Кое-где даже видны глубокие трещины. Ну и лестницы разваливаются по кирпичикам. В администрации Емельяновского района рассказывают, закрыть школу раньше не могли. Заключение о ее плачевном состоянии они получили только накануне. В здании планировали капитальный ремонт и заказали детальную экспертизу. Специализированная организация, которая занималась обследованием внешним здания, она выяснила, что поставила заключение такое, эффект внезапного обрушения. То есть специалисты на данный момент этой организации говорят так, что школа может простоять еще лет 20, а может и рухнуть сегодня. То есть там такие конструкторские есть изменения в здании, что которые не позволяют сейчас находиться никому в школе. Школа может обрушиться из-за ошибок, допущенных при строительстве, говорят в администрации. Поэтому сейчас специалисты заказали еще одну экспертизу. Она должна установить, подлежит ли здание капитальному ремонту. Учиться дистанционно школьники будут 3 недели. Потом их распределят по другим учреждениям. В администрации не исключают. Ездить на занятия, возможно, придется и в другие поселки. Екатерина Любим, Алексей Гусев, «Енисей». Новости.
Доведены до отчаяния. Еще одна взрослая поликлиника остро необходима жителям Красноярского микрорайона «Солнечный». Сейчас, чтобы попасть к терапевту, пациенты каждый день сидят в огромных очередях минимум по 6 часов. От безысходности они объявили сбор подписей. Люди просят Минздрав выкупить у застройщика обещанное под новую поликлинику помещение. Анастасия Тиль выясняла, есть ли шанс у жителей. «0,66. А я вообще не знаю, сколько это будет. Ну, к вечеру, может, пройду». Почти три десятка пациентов впереди. Очередь двигается в час по чайной ложке. И это, говорят люди, еще повезло. Середина недели, наплыв не такой большой, как в понедельник или пятницу. Чтобы попасть на прием к терапевту, за направлением или стандартный осмотр, сидят под кабинетом часов по 6. «Я вот уже 4 часа сижу здесь вот, с этим талоном, как дурак. И ходит, было 32, прошло 2 часа, 36 сейчас. Мама родная, там можно человека операцию провести». Сюда идет чуть ли не все взрослое население Солнечного. В пациентах здесь 42 тысячи человек. И врачи рады бы принять всех и сразу, но людей просто не хватает. Из 18 нужных терапевтов в штате только 13. По населению, если брать по расчету, что на участке должно быть 2000, то, по идее, у нас должно быть 22 терапевта. Признаюсь честно, что без очереди не бывает, так как сейчас, во-первых, у нас сезонный подъем вирусных инфекций, затем у нас врачи сняты на ковидные бригады, мы работаем на прививках. «Одна поликлиника на такой микрорайон. Надо еще одну. Потому что это невозможно». Еще одну новую поликлинику жителям действительно обещали, говорит Елена. Ее в своих макетах презентовал застройщик. Квартиру в новостройке женщина покупала в 2018-м. По плану прием врачи должны были вести в этой кирпичной пристройке на Ольховой. Но теперь, когда часть домов сдана и заселена, оказалось, что вместо медучреждения здесь будут магазины. «В этом доме действительно планировалась детская и взрослая поликлиники. Многие очень, конечно, на нее рассчитывают. Прошел сначала слух, что поликлиники здесь уже не будет. Слух уже шел с прошлого года. Сообщили, что в данный момент Солнечный не нуждается в дополнительных поликлиниках. Поликлиника запланирована до 30-го года». Теперь люди собирают подписи и просят власти выкупить эти помещения под поликлинику. Для сбора подписей люди даже организовали несколько пунктов. И вот всего за пару дней под обращением подписались уже несколько десятков человек. И вот с одного места посмотрите, какой ворох бумаги. Микрорайон растет как на дрожжах. Чуть ли не каждый год появляются по несколько домов. Логично, что людям, которые сюда переедут, одной взрослой поликлиники будет мало. Но застройщик, который и возводит высотку со спорной пристройкой, рассказывает, поликлинику здесь никто и не планировал. «Никто никогда не поднимал этот вопрос. Кстати, вот 2018 года последний раз нам министр тоже ответил, как раз сославшись на то, что в Покровке поликлиника, там еще где-то какая-то поликлиника, и что им достаточно и не требуется. На сегодняшний день не требуется. Ну, не требуется, насильно мил не будешь». Почему, по мнению Краевого министерства здравоохранения, на огромный Солнечный достаточно единственной поликлиники, узнать не удалось. Мы направили в ведомство письменный запрос, но ответ пока не получили. Анастасия Тили, Павел Потылицын, Енисей, новости. А сейчас к данным по коронавирусу. Количество новых случаев в крае продолжает расти. За последние сутки зарегистрированы 394 новых пациента. Это на 11 больше, чем накануне. В Красноярске заболели 80 человек, в Минусинске 28, в Канске 25, в Ачинске 17. На лечении больше 7 тысяч человек. Выписан 351. Под медицинским наблюдением вновь свыше 27 тысяч контактных. За сутки взяты под наблюдение 2663 человека. Скончались 20. Массовая авария с участием сразу нескольких большегрузов на севере края. В Норильске из-за резкого ухудшения погоды, похолодания, заснеженности, метели и гололедицы тяжелые грузовики сошли со скользкой дороги. «Боже мой, один за одним тут. Раз, два, три, четыре. Четыре машины.
Все произошло в промышленной зоне Норильска на автодороге в сторону карьера «Медвежий ручей». Грузовики буквально соскальзывали с опасного участка. Они не могли преодолеть отрезок с пригорком и резким поворотом. Причем каждая последующая машина врезалась в те, что уже упали. В итоге три машины лежат на боку, на колесах лишь одна, и та с разбитой кабиной. Известно, что водители не пострадали. Отметим, что метели и снегопада в северном городе сейчас нет. Дороги открыты во всех направлениях. Ну а в Красноярск тоже идет зима. Сегодня в краевом центре один из последних теплых дней. В четверг погода испортится. Небо затянет тучами, обещают дождь. Днем воздух прогреется максимум до плюс 6 градусов. Ночью, по прогнозам синоптиков, может и вовсе пойти мокрый снег. Осадки сохранятся и в пятницу. Днем будет еще холоднее, всего плюс 5 градусов. Пасмурно и дождливо будет и на выходных. При этом столбики термометров поползут вверх, но ненамного. В дневные часы обещают плюс 7, плюс 8 градусов. Градусов ночью плюс 1, плюс 4. В Курагинском районе медведь держит в страхе целое село. Местные жители говорят, что хищник ведет себя вольготно. В поисках пищи он ходит по огородам, ночами ломает надворные постройки, таскает кур и гусей. Подробности узнавала Ольга Максюшина. Вот его когти царапал раз, рукой открыл, крючок там оторвался. Сломал забор и перетаскал всех кур и гусей. Все это результат ночной прогулки Косолапова. Усадьба у местной жительницы Ольги Федюковой находится на краю села. Ближе всех к лесу, поэтому зверь и начал наведываться на ее участок. Прямиком в стайку. 30 килограммов живого мяса, как не бывало. Вот здесь гуси мои были, гуси и утки. Все, он их опец по два штуки за два раза. По два штуки носил. Это он у меня утащил сколько? 5 гусей? 3 сначала, потом 2 гуся и 3 утки. 3 утки и 3 курицы бройлерные. У соседки там дальше, значит, он 8 курей утащил. Сельчане паникуют. Медведь начал приходить не только на окраины деревни. Прошлой ночью косолапый разбил окно и пытался залезть прямо в дом. Незваного гостя спугнули громкие крики. Теперь жители боятся не только выйти на улицу. В доме небезопасно. Сегодня даже детей не отпустили в школу. Вчера он был вечером, потом утром пришел под утро сегодня. Перетаскал всю живность, детей не отпускали в школу. Из дома боимся ходить. Понятно, что страх. Понятно, что жители в страхе живут сейчас. Никуда не выйти, нет. А вечером света нет, и вечером люди идут, и на поезд бывает идут. И все, и боятся теперь. В местном сельсовете говорят, для этих мест вроде бы дело обычное, только вот зверь стал наглеть. Видимо, корма в лесу совсем не осталось. В администрации района пояснили, в Щетинке на сегодня выехали специалисты охотнадзора и сотрудники полиции. Намерены встретить зверя во всеоружии. В случае обнаружения дикого зверя он будет незамедлительно обезврежен. И хотелось бы обратиться, конечно, к жителям поселка, чтобы они были предельно осторожны, соблюдали все необходимые меры безопасности. Люди говорят, уходить от кормушки, похоже, хищник не намерен. А пока нарушитель не пойман, местные со страхом ждут наступления темноты и надеются на помощь спецслужб. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. Почему жители старинных усадеб в Енисейске не могут сделать ремонт в своих квартирах, расскажем далее. Нужны радиаторы с реально высокой теплоотдачей, жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и биметаллический «Алюстал» от итальянского концерна «Фундиталь» по летним выгодным ценам во всех магазинах в Удалей. Радости я своей не скрою. Мой Эльмар, моя дорога к морю. Турция, Египет, Доминикана из Красноярска, а также Куба, Мексика, Мальдивы. 206-79-99. Приглашаем родителей Красноярского края на бесплатные консультации от психологов Педагогического университета по вопросам воспитания, развития, обучения и социализации детей разных возрастов и детей особого развития. Оставляйте заявки на сайте родители-дети-кспу.ру для получения очной или заочной консультации. Планируете строительство или ремонт? Компания «СКИФ» окажет вам полный спектр услуг по проектированию, дизайну, строительству и ремонту. Строим в Красноярске, Красноярском крае. При заказе строительства до 31 декабря проект в подарок по промокоду «Енисей». Только новые изделия, только новые коллекции. По последним трендам, по доступным ценам. Приходи и убедись. «Анель» – одежда, которая вам подходит.
10 октября торговый дом «Байджен» приглашает на свой день рождения. Мы готовим для вас большой праздник, разнообразные развлечения, подарки и скидка 15% на весь ассортимент. Ждем вас на Вавилова 1, строение 10. Атмосфера печати. Широкоформатная печать. Наружная реклама. 272-88-72. Приглашаем всех на распродажу шуб и дубленок по летним ценам. ДК «Комбайностроителей». Приносите старую шубу и получите скидку на новую до 20 тысяч. 22 октября юбилейный концерт заслуженной артистки Российской Федерации Веры Баулиной. Песни композиторов Красноярского края, аранжировки народных песен, сочинения отечественных авторов в исполнении ансамбля «Вольница». Подробности на красил.ру. Наш телефон для ваших сообщений 236-0136. Обязательно звоните и сообщайте нам свои новости. В Енисейске разрушаются уникальные памятники деревянного зодчества и культуры. При этом во многих из них до сих пор живут люди. С какими проблемами сталкиваются владельцы и почему надежду на спасение своих домов они возлагают только на государство, расскажет Андрей Давыдов. Кто бы мне помог, кто бы добился вот тут вот клочок. Вот эту сторону только мне надо железо положить или кого-либо. Этому старинному купеческому особняку уже более 150 лет. Его хозяйка уверена, он простоит еще несколько веков. Только надо залатать прохудившуюся кровлю. Самой пожилой женщине это, конечно, не под силу. Да и производить ремонт в памятнике культуры без разрешения надзорных органов нельзя. В этом году Сталина Георгиевна решилась только подновить фасад здания. Обошлось недешево. Зато теперь на дом любо-дорого посмотреть. И вот здесь вот это, вот эти окна все долбили, немало штукатуров, они приходили и все покупали, материалы весь, и все сделали, и все сделали. Ага, и сколько вам обошлось? 28 или 29 тысяч. Согласно Енисейской книге домовладений, эта усадьба когда-то принадлежала богатому купеческому роду Тонконоговых. А вот здесь в те времена проживал дворянин Иван Григоров. Однажды он ввязался в авантюру и несколько лет безуспешно искал в тайге золото. Тогда от окончательного разорения его спас только Игнатий Кыпманов, который поверил в удачу Ивана. Собственно, Григоров в один прекрасный момент действительно нашел золото. И на тройках с бубенцами, груженными золотом, промчался по Кедровой, тогда еще сегодняшней Кирова, для того, чтобы показать, что вот оно, я нашел это золото. Он рассчитался со всеми долгами. Такие истории енисейские краеведы собирают и хранят очень бережно. А вот сохранить деревянные особняки они не в силах. Вот, например, этот бревенчатый красавец находится почти в самом центре города. Несколько лет назад он был признан аварийным. Его жильцы надеются, что их дом все-таки будет не снесен, как другие, а отреставрирован. Но тут без помощи государства уже не обойтись. Может быть, будет какая-то краевая программа? Хотелось бы, чтобы край, финансирование какое-то было, может быть, федеральное для таких городов, как наш Енисейск. Потому что у нас же много таких домов в центральной части. Жалко, такие дома, если будут пропадать у нас в Енисейске, город теряет свое лицо. К сожалению, порой единственные, кто хоть как-то заботится о сохранности памятников деревянного зодчества, это бабушки и дедушки, живущие в старинных бревенчатых избах и на свою скромную пенсию пытающиеся сохранить, отремонтировать объекты культурного наследия. Уходят они, умирают, разрушаются и старинные деревянные дома. По программе подготовки Енисейска к 400-летию в городе было отреставрировано более 20 памятников архитектуры. Но все это кирпичные здания. А вот до деревянного зодчества дело пока не дошло. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, новости. Жилищно-коммунальная тема сегодня главная в программе «Интервью». Гость студии Дмитрий Иванов, участник общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Поводом для беседы стали недавние события, когда тысячи людей из-за ремонта или аварии оставались без тепла и горячей воды. Кто заплатит за отсутствие теплоснабжения? Как сделать в этом случае перерасчет? Что такое ненадлежащие услуги и как можно вернуть за это деньги? Смотрите интервью после этого выпуска новостей в 20:20. А вот один из полезных советов, который прозвучал в беседе. Если вы фиксируете, что у вас в квартире банальный перетоп, да, у вас 28 градусов, вы также вправе обратиться, чтобы составили акт и с этим актом попросить перерасчет. И если мы смотрим на вот эти вот формулы в правилах оказания коммунальных услуг и по ним пытаемся пересчитать этот перерасчет, то выясняется, что если у вас 29 градусов весь месяц в квартире, то отопление вам должно быть бесплатно.
И многие про это не знают и не реагируют, и там вообще считают, что жара – это хорошо, а на самом деле жара – это все равно, что вы придете за хлебом, и вам говорят, вот берите 3 буханки вместо одной, потому что мы так решили. В преддверии сезона взлетели цены на зимние шины для автомобилей. Это данные от аналитиков рынка. Красноярские автомобилисты тоже это заметили. К тому же, говорят, не все колеса есть в наличии. В большинстве торговых точек, где торгуют покрышками, нам эту информацию подтвердили. На складах сейчас не хватает примерно трети от запланированных поставок. В этом году 15-й. Размер колес их я почему-то тяжело мне было купить. Наверное, самый ходовой размер, наверное, по городу. 2-3 тысячи подороже, а С-категории я не смог легкогрузовые купить. Сильно дорого они стоят. Цены, да, конечно, подросли, как и на все остальное, скажем, и на продукты, и так далее. Ну, по крайней мере, в интернете, в общем-то, вроде как есть в наличии, пишут. В магазинах не было. Может быть, специально не продают? А зачем? Да. Через неделю снег пойдет и будет дороже. И купят то, что есть. Поставщики объясняют, все дело в сезонном спросе. Пик продаж зимних шин традиционно наступает в середине октября. Сыграло свою роль подорожавшее сырье и повышение расходов на логистику и производство. Продавцы розничных торговых точек признаются, сдерживать цены в период такого, как сейчас, ажиотажного спроса они не могут. В Красноярске наблюдается большой дефицит покрышек, соответственно, дефицит маленьких дисков от 13 диаметра до 16 диаметра. Вот, связано это с малыми отгрузками от производителей, соответственно, и, ну, скажем так, малым экспортом покрышек. Цены растут, как бы существенно растут. Каждый раз приходят новые прайсы от поставщиков, соответственно, и мы стараемся как-то более-менее сдерживать эти цены, но, скажем так, мало как бы получается. Красноярский таможенный пост переехал. Теперь он находится на территории агротерминала на Истинской. Там есть склад временного хранения. Он сделан по всем современным стандартам. Принимают грузы любой категории. Работает фитосанитарная лаборатория. Кроме того, рядом находятся автомобильные трассы и железная дорога. Это удобно как и для бизнеса, так и для жителей города. Данная площадка позволяет разгрузить город Красноярск, транспортную логистику города Красноярска от большегрузных автомобилей. Вот этот пункт, таможенный пункт, который сегодня мы открываем, конечно, является ключевым элементом всей логистической цепочки, которая обеспечивает выход продукции производителей Красноярского края на зарубежный рынок. Новая профессия в зрелом возрасте. Как получить бесплатное образование, расскажем чуть позже. Не пропустите. 10 октября торговый дом «Байджен» приглашает на свой день рождения. Мы готовим для вас большой праздник, разнообразные развлечения, подарки и скидка 15% на весь ассортимент. Ждем вас на Вавилова 1, строение 10. Встречайте новинки сезона. Качественные теплые куртки и пуховики по ценам фабрик-производителей. На Матросова 18 и Авиаторов 5. Новая технология лазерной коррекции зрения «Смайл». Более точная и менее травматичная. Только в глазном центре «Смайл» Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Именно здесь, на Ленина 118, вы узнаете, как законно списать долги по кредитам. Звоните 245-87-83. Распродажа. С 1 по 15 октября в ДК «Комбайна строителей» теплые натуральные унты из Якутии для мужчин и женщин, а также удобная белорусская обувь с большой полнотой по доступным ценам. ДК «Комбайна строителей», Баграда, 134. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Круче всех вокруг. 12 октября. Музыкальный театр. Гастроли музыкального шоу «Квартирник». Наш телефон для ваших сообщений 236-0136. Обязательно звоните и сообщайте нам свои новости. Освоить новую профессию бесплатно и в короткий срок. В Красноярске появились программы для обучения людей не студенческого возраста. Софья Лупинина посетила одно из таких учебных заведений и узнала, что может подтолкнуть пойти учиться в зрелом возрасте.
Станок с миллиметровой точностью срезает слой за слоем. Это самое современное фрезерное оборудование. Такое сейчас стоит на большинстве предприятий края. На таких же установках учатся и студенты красноярских техникумов. Михаил свое высшее образование получил давно. Работает на заводе, где конструируют краны для атомных станций. Но все равно сейчас, в 30, решил поступить в техникум. В институте, когда при обучении, очень много было теории и очень мало практики. Считал, что это очень хороший шанс для того, чтобы восполнить некоторые пробелы. Для начала пойму, как эти инструменты работают именно в настоящем, в реальности, а не на бумаге, как мы делаем в основном. Михаил, как и другие студенты, обучается бесплатно по программе содействия занятости национального проекта «Демография». По ней в Красноярском техникуме промышленного сервиса учат молодых мам, пенсионеров, людей предпенсионного возраста и тех, кто потерял работу во время пандемии. Если у нас студенты – это выпускники школы, то тут уже люди, прошедшие школу жизни, так скажем. Тут может быть что-то новое, какие-то новые технологии освоить. Ну и да, эта профессия достаточно хорошо оплачиваемая. А еще таких специалистов действительно не хватает на предприятиях края. Курс длится всего лишь месяц. За это время студенты обучат полному циклу одного из этапов производства. Кажется, овладеть новой профессией, правда, можно всего за 144 часа. Я провела здесь гораздо меньше времени, и смотрите, чему уже здесь научилась. Вот такая металлическая деталь, мы вырезали ее лазером только что. И сейчас загнем. Страшно, конечно, но самое главное получилось. Смотрите. Идеальный угол. По окончанию курса участники проекта получат сертификат, а главное – навыки высокого стандарта WorldSkills. Для того, чтобы пройти обучение, необходимо подать заявку на портале «Работа в России». Софья Лупинина, Павел Потылицын, Енисей. Новости. А вот кто-то уже достиг совершенства в своей работе. Три лучших ресторана Сибири находятся в Красноярске. Престижная премия «Вэтуит» впервые огласила список лучших заведений нашего федерального округа. Рейтинг из 50 мест составили по итогам оценок разных специалистов – сомелье, шеф-поваров, критиков и журналистов. В общий список попали 11 красноярских ресторанов и кафе. И это не случайно. В нашем городе богатая гастрономическая культура. Очень здорово, что организаторы по достоинству оценили успехи наших предпринимателей в этой сфере. Не было бы здесь какой-то базы, вряд ли бы они сюда пришли. И это очень здорово. А с точки зрения наследия, безусловно, я думаю, что это мероприятие даст серьезный импульс развитию ресторанного бизнеса. Здесь собрались лучшие рестораторы не только Сибири, но и других регионов. Сам по себе обмен мнениями, какие-то практики, общение, я думаю, будет способствовать развитию сферы. В Красноярск с проверкой приехали организаторы чемпионата мира по волейболу. Напомним, его первый этап пройдет в нашем городе в августе следующего года. Во дворце спорта имени Ивана Ирыгина сыграют команды из Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта. Местом для тренировок выбрали дом спорта имени Дворкина. Гости осмотрели все объекты, которые имеют отношение к будущему чемпионату. Они отметили, благодаря прошедшей у нас универсиаде, город без дополнительной подготовки может принять спортивные события такого масштаба. И у меня на этом все. Напоминаю, телефон редакции 236-0136. Обязательно звоните и сообщайте ваши новости. Всего вам самого доброго и до встречи. Прогноз погоды в Красноярском крае на четверг, 7 октября, представляет аптека «Здравсити». Аптеки «Живика» обновляются и называются теперь «Здравсити». «Здравсити» – еще больше возможностей. Аптеки «Живика» обновляются в лучшую сторону и теперь называются «Здравсити» и объявляют об открытии новой аптеки в Сосновоборске на улице Энтузиастов, 15. Аптека «Здравсити» – еще больше возможностей. В Туруханском районе, на юге Таймыра и в Ивенкии, преобладает облачная погода. Повсеместно осадки в виде дождя и снега. Ночью от плюс 3 до минус 13. Дневная температура от минус 2 до плюс 6 градусов. В северной группе районов Красноярского края облачно. Снег и дождь на всей территории. Ночью 0, минус 1. Днем до плюс 2 градусов. В восточной части региона облачно. Местами с прояснениями. Повсеместно осадки. В темное время суток до минус 2. Днем до плюс 6 градусов. В центральных районах Красноярского края пасмурно. Ожидается снег, местами с дождем.
ночью 0-2. Дневная температура до плюс 4 градусов. В западной группе переменная облачность и мокрый снег. Ночью -3, -4. В светлое время суток от плюс 2 до плюс 6 градусов. На юге Красноярского края преобладает небольшая облачность, дождь лишь местами. Ночью от -3 до плюс 3. Днем +7, +8 градусов. Прогноз погоды в Красноярске представляет компания «Водолей». Сантехника, керамическая плитка – все для отопления и водоснабжения по выгодным ценам. В Красноярске 7 октября ожидается облачность и дождь со снегом. В темное время суток – до -2. Днем – до +6 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба.